Друзья, всем доброе утро. 11 число, май месяц, утро, где-то 5:30 утра. Вы видели восход. Ну и у меня очередная поклевка, вернее, первая на сегодняшний день. И вот такая лапоть опять попался, такой лещ зачетный. Так что, друзья, утро начинается неплохо. Я думаю, сегодня мы еще поднатягаем. Часиков до 3-4 вечера мы побудем. Так что всем здоровья. Оставайтесь на канале. Не разбегайтесь. Все, что будет интересно, я вам обязательно покажу. И снова здравствуйте, Оля. Опять. Вернее, Оля теперь что-то хочет вытащить, да, Оль? Вот он. Красавчик, карасик. Хороший карась. Отличный карасик. Друзья, очередная поклевочка. Вот такой вот подлец. Небольшой, но порадовал своей поклевкой. Что у нас обловить, да, всех? Да, да, да. Ёлки-палки, что ж теперь делать-то? Опять карась. Опа. Оля карасей тягает, короче. Берег, красавец. Вот он такой вот красавчик. Класс. Здоровается. Поздравляю. А у меня опять поклевка. А сейчас я подключил микрофон. Дима, привет. Тебе большое спасибо. Надеюсь, он сейчас пишет. Заодно и проверим. Слабая поклевочка. Вот давай, давай, еще. Иди сюда. Есть. Ну, скорее всего, что лещ. Скорее всего, что лещ. А там могу ошибаться. Сейчас посмотрим. Шарик охраняет территорию. Мы сместились на другую сторону, так как должны были приехать сюда люди. Но они передумали. Ну и мы тоже уже передумали. Не будем туда переходить. Да, я как и сказал, подлещик. Подлещик. Вот такой подлещик порадовал нас очередной поклевкой. Ночью были поклевки, был карась крупный, был лещ и один подлещик. Плюс до этого еще два подлещика было. Короче, за ночь было два подлещика, три подлещика, один лещ, один карась. Хороший карась. Сегодня у нас светит солнышко. Небольшой ветерочек. Волна присутствует. Поэтому сегодня веселее, чем вчера. Вчера было холодно. Позамерзали, если честно. Но рыбаков этим не напугать. Остаемся на канале. Сейчас буду перезабрасывать и будем рыбачить дальше. Ориентировочно часиков до 4. У нас опять поклевка была. Если что. Но почему-то она одноразовая. Подождем. О, на другую начала. Шарик.
все-таки кто-то тут был. И, наверное, кто-то тут есть. Сейчас посмотрим. Кто здесь? Кто здесь? Нет никого. Разевал поклевку. Сережа там что-то у него запищало, и уже Оля, смотрю, засуетилась под саком. Они меня уже пугают. Они что-то мне тут хотят предъявить. Ну, давайте, давайте. Мы предъявляем, мы не хотим, мы предъявляем. Даже так? Да. Ну ладно, все, что. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Карасик. Ну, хороший карасик. Ну, хороший карасик. Хороший карасик. Правда, подсак сильно большой для карасика. Серега, да. Ваши впечатления? Мое впечатление. Ничего страшного, распутайте. Главное, что карась уже в руках. Вот он. Красавчик. Вот все-таки там кто-то уже, наверное, сидит. Так, братенька, вот, да. Кто-то там есть. Кто-то есть, кто-то упирается. Ух, берег почувствовал. Смотри, что делать. Смотри, что творит. Давай. Хороший. О, хороший. Ух. Карасавелла. Так, я тут что, кого-то... я тут зацепил... Акацию зацепил, первый театр. Вот. Короче, карась висит. Не ругайся. Карась повесился. Особенно Серега заставит. Вот. Вот. Ладно, вторая клюет. Пусть повисит. Здесь осечка. А, вот теперь. О, это, кстати, очень даже кстати. Вот это вот. Слышь, я профессиональный рыбак.
рыба все равно будет моей. Друзья, ну вот так вот бывает. Карась все равно мой. Не было печали, так черти подкачали. Вот так, сейчас мы отцепим кормушку с карасем. И все. Как-то так. Все цело, все на месте, смотри. Так нет, уже не катается. Все. И волки сыты, и овцы целы. Да и карась такой. Ну, не такой, как там у меня есть, но тем не менее. Ну, короче, вы поняли, что получилось. Зацепил ветку. Тут поклевка на второй снасти. Вторая снасть перехлестнула эту снасть. Я подтягиваю карася на берег, снимаю кормушку и вытаскиваю снасть, которая повисла на ветке. И все. Да? Это не фильм ужасов, а приключенческий фильм. Вот так? Все, у нас что-то серьезное, Оля тянет. Нет, нет, а, так же, как у меня? Да, да, да. О, видишь, я такой же красавчик, как и у меня. Вот такой же, вот. Я только что такого вытащил, но не успел это все заснять. Ну, хороший, Оля, ну-ка, взяй, возьми его в руки. Вот он. Шикардос. Шикардятина. Подошла уже, можно сказать, наша рыбалка к завершению. Вот у меня еще две снасти закинуты. Собираюсь. Убираю все в машину. Еще столик присутствует. За нами оставляю, как всегда, идеальную чистоту. Ну, в плане того, что здесь это все-таки платник, здесь за нами могут убрать, но тем не менее мы, ну, привыкли так. Мы так, нас так воспитывали, что мы всегда за собой убираем. Сейчас дособираю, покажу улов. У меня опять провисла одна леска. Я сейчас, наверное, вам это покажу, но уже без микрофончика. Микрофон я уже убрал. Итак, смотрим, что ж там у нас будет сейчас. Сошок вот такой вот еще товарищ. Вот такой вот. Ну, пивной размер, в принципе, пойдет. Ну, в принципе, теперь мне осталось выдернуть еще одну снасть. В принципе, как бы время есть. Может быть, там будет еще поклевка. Будет поклевка. Засниму. Ну а пока она будет думать и клевать, то я уже упакую. О, все, все, что у нас осталось загрузить. Я еще выйду на связь, покажу вам улов, покажу место, как мы за собой все оставили. Остаемся на канале, не разбегаемся. Хотим мы или не хотим мы этого, мы уже, короче, почти собрались. У меня остался один столик и вот этот вот ящик с прикормками. Но дело не в этом. Дело в том, что у меня там Ольга, с кем мы приехали, Ольга, Серега. Она уже, короче, собралась все. И она хочет чисто только поделиться с вами, с нами уловом. Оля, давай. Показывай, что ты тут наловила.
А то скажут, что там понты колотили, колотили, и наколотили, ничего не наколотили. Бачите, что тут творится? О! И сазанчик вот такой вот. Класс. Все. Убирай. Спасибо. Спасибо, говорит. Вот это я ждала, сидела 2 часа. Да. Улов поскромнее, в принципе, тот же самый, только без сазанчика. Сейчас дособираюсь и вам покажу свой улов. Ну, друзья, дело за малым, достаем рыбу. Ай, молодец. Вот такой вот улов. Шикарный улов, я считаю, тут и карась есть такой зачетный, есть и лещ. Вообще, супер. Ну а теперь покажи, пожалуйста, поляну, как мы оставляем за собой месяц после рыбалки. Да. Чистота и порядок. Их мы тоже оставляем. Ты доволен после, как мы оставляем? Это клапан я. Сейчас, подожди, я на тебя подниму. Ну, на вот этой очень счастливой ноте говорю всем до свидания, берегите себя и своих близких. Всем пока-пока.